Всем привет! Вы на канале Мир Банкнот, с вами Артур. Продолжаем обзор банкнот из коллекционного набора Национального банка Польши «Банкноты города польские», серия, которая не вышла в обращение. И сегодня вашему вниманию представляю банкноту 100 злотых. Это 7-й номинал из всей линейки этого выпуска. Банкнота 100 злотых представляет город Познань. Познань – город в Польше, расположенный на реке Варта на западе страны, административный центр Великопольского воеводства. Это город с богатой историей, многочисленными памятниками истории и культуры, старинной архитектурой. Само название «город Познань» говорит о том, что именно в этих местах поляки познали веру. Познань – один из самых древних польских городов, первое упоминание о котором относится к X веку. Он был очень важен для истории королевства польского, а потом и Речи Посполитой. Однако, в конце XVIII века, после продолжительных войн, Польша была несколько раз разделена между Австрией, Пруссией и Российской империей. И даже стремительное продвижение Наполеона на восток, к сожалению, не дало возможности полякам восстановить свою государственность. Тем временем город Познань продолжал развиваться. С 1814 по 1848 год Познань был в составе Великого княжества Познанского, формально являвшегося частью Пруссии. С середины XIX века частью Германии, вплоть до 1920 года, когда в процессе Первой мировой войны государство Польши вернулось на карту мира после 125 лет забвения. В архитектурном плане Познань формировался в эпоху Германской империи. Практически не пострадав Первую мировую войну, он активно развивался в период с 1920 по 1939 год в составе Польши. Дальше была Вторая мировая война и тяжелые бои 1944-45 годов. Практически половина города была разрушена. Восстанавливали и перестраивали его уже в советской Польше. Результаты получились достаточно спорными. Многое в городе изменилось после того, как в 1989 году Польша стала демократическим государством с рыночной экономикой, а в 2004 году вошла в Европейский Союз. В настоящее время Познань является одним из важнейших промышленных, торговых, культурных, научных, образовательных и туристических центров страны. Также это важный исторический и административный центр исторической области «Великая Польша». Историческим центром города является Тумский остров, на котором высится древнейший храм Польши, возведенный в X-XV веках и построенный впоследствии в готическом стиле, а также золотая часовня с надгробными памятниками первым польским королям Мешко I и Болеславу Храброму. Исторический центр Познани признан памятником истории. Лицевая сторона банкноты. Познанская ратуша. Жемчужина польского ренессанса. Ратуша расположена на площади Старый рынок в Старой Познани. Современное здание было построено в стиле ренессанс в 1550-60-х годах по проекту архитектора Джованни Батиста ди Квадро. До этого здесь была расположена старая ратуша конца 13 века, практически полностью уничтоженная пожаром 1536 года. В 1675 году башня с часами была уничтожена молнией. Она была восстановлена к 1690 году. Ее высота тогда была 90 метров. В 1725 году верхняя часть была уничтожена ураганом. В 1781-84 годах была проведена реконструкция, были внесены элементы классицизма. В 1910-1913 годах, в годы немецкой оккупации, в здании были внесены элементы германской архитектуры. Ратуша была городским административным зданием до 1939 года. В 1945 году в Познанской битве ратуша была серьезно повреждена. Восстановление длилось до середины 1950-х годов. Зданию вернули многие первоначальные черты стиля Возрождения. Сегодня Познанская ратуша является музеем. Ее часто называют самым ценным образцом архитектуры эпохи Ренессанса на севере от Альп.
Фасад здания достаточно оригинально расписан. Над арками крытой галереи первого этажа можно увидеть барельефы, изображающие отличительные достоинства горожан: терпение и рассудительность, любовь и справедливость, вера и надежда, мужество и умеренность. Отдельно стоит упомянуть о том, что на всех сторонах здания находится множество различных изречений, многие из которых носят образовательный и поучительный характер. Эти надписи исполнены на латинском языке. Главный фасад здания украшают три башни, под одной из которых расположились часы. Когда время приближается к полудню, собравшаяся толпа ждет звонка и вытягивает шеи, чтобы посмотреть, как два железных козла сталкиваются друг с другом. Как и в 1551 году, козлы бодаются ровно 12 раз, пока не перебьет полуденный час. Это прекрасная традиция, имеющая неожиданное происхождение. Согласно городской легенде, мастер Бартоломео, который изготовил часы для ратуши, готовил презентацию своего изделия лучшим людям города, в том числе бургомистру. В городе был повар, по некоторым версиям его звали Пит, которому было поручено сложное дело, готовясь на праздник для мэра и некоторых высокопоставленных гостей. Пит начал с блюда из жареного оленя, но все пошло не так. Отвлекшись на само торжество, он уронил свой прекрасный кусок оленины с вертела прямо в огонь, спалив его до угольков. Питу нужно было новое мясо, но у мясника больше не было оленины. В отчаянной попытке спасти еду и свою собственную шею, он схватил двух пасущихся козлов соседнего луга, но они вырвались и бросились к ратуше. Они побежали вверх по лестнице в башню, сцепились рогами и начали сражаться, привлекая внимание толпы внизу. В толпе был мэр и его гость, которые были заворожены происходящим, поэтому Пит и козлы были прощены. А мастеру Бартоломео было поручено изготовить механических козликов, как забавное украшение часов на ратуше. Сегодня, ежедневно, в 12 часов дня, два козлика бодаются под радостные аплодисменты многочисленных туристов. Оборотная сторона банкноты. Изображение в секретной печати Познани 12 века. Готический щит с изображением коронованного орла. Два золотых перекрещенных ключа, огибающая надпись на латыни. Эта упрощенная версия большой секретной печати служила для заверения подлинности менее торжественных документов, выдаваемых в обычной, так сказать, повседневной офисной работе. Большая же печать предназначалась для удостоверения подлинности документов, изданных городской властью. Она представляет собой ворота с тремя башнями. Над серединой их возвышается белый орел с королевской короной, а с двух сторон стоят святые Петр и Павел, покровители Познанской епархии. В воротах под центральной башней на черном поле сложены два ключа, один серебряный, другой золотой, а над ними звезда. По бокам обоих апостолов полумесяц со звездой. Печать окружается латинской фразой «определением печати». В переводе «печать города Познань». Сегодня город Познань стоит на пересечении важнейших европейских трасс, соединяющих крупнейшие столицы. Если перефразировать известное высказывание про то, что все дороги ведут в Рим, в данном случае можно смело сказать, что все дороги из Восточной Европы на Запад ведут через Познань. Это был обзор банкноты 100 злотых 1990 года из коллекционного альбома «Города польские», банкноты, которые не вышли в обращение. В следующем обзоре вашему вниманию будет представлена банкнота 200 злотых. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами надолго не прощаюсь. Всем желаю добра и хороших пополнений. До новых встреч!